декан факультета перерабатывающих технологий Назарова Наталья Естафьевна, декан факультета лесного хозяйства Бесчетного Наталья Николаевна, декан агрономического факультета Крутова Елена Константиновна, декан факультета почвоведения, агрохимии и агроэкологии Полякова Надежда Васильевна, декан экономического факультета Серов Алексей Александрович, декан зооинженерного факультета Басонов Арест Антипович и декан ветеринарного факультета Чвала Александр Викторович. Спасибо еще раз за участие и до новых встреч. Продолжаем родительский день. Спасибо.